Лена, всем привет! Это Скампи на связи 24/7, который в супермаркете работает, и сегодня мы начинаем играть в стендов в союзнички. Спасибо за комментарии. Thank you for the comments. Давайте, сегодня будет интересно, сегодня будет трейд. Трейд, который сегодня будет. Сегодня будет. ASMR-видео с интересными звуками, которые расслабят вас перед сном. Поэтому давайте первый звук. Возьмем такой звук. Да. Сегодня будет на экране показываться трейд. Смотрите, что купил. За 20 купил. За 23.98 продал. И 3.98 нару на месте колдишки заработал. Каждый может себе так трейдить. Это ASMR-видео. И это видео используется для расслабления перед сном. Просто наденьте наушнички. И это видео поможет вам уснуть. Всем приятного просмотра, и кто хочет, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии. Давайте. Пока идет заруба. Для победы нужно обязательно использовать эту туалетную воду. И хорошая им. Смотрите, что купил. MP7 Space Blaster за 20 и продал за 25-23. 5-23 я получил дохода. Это неплохо, ребяточки, это очень неплохо. 5 колдишки на ровном месте. Просто купил и продал. Всем советую. Кстати, я покупаю пушки с 4 наклеечками. Раньше я покупал пушечки. Не только с 4, но и с 3 пробовал. Также пробовал 2 наклейки, 1 наклейку. Но потом я пришел к заключению, что лучше всего покупать только с 4 наклейками. Только с 4 наклейками лучше всего. Лучше всего покупать только с 4 наклеечками. Они быстрее покупаются. Смотрите, что купил за 19.08. Перед Эксакон. И за 31.91 продал 12.83. Я заработал на пушке 4 наклейками. Просто купил и продал. Всем советую тратиться на 4 наклейки. И позвольте мне одеть свой камуфляж для стендов 2. Говорю, камуфляж сейчас одену. Я всегда в этом камуфляжике играю. Поэтому нужно немножечко подождать, пока я застегнусь. Чик. Давайте отмечу, кто сегодня присутствует на видео. Мой любимый блокнот. Так, смотрите, что купил, что продал. M110 EOS Tiger за 42 купил, за 47.18 продал, 5.18 голды на ровном месте заработал, говорю. Это прикольно, это очень прикольно. 5.18 голды. Кто ослепил, кто? Давайте отмечу вас. Мы возьмем сегодня, откроем наш любимый блокнот и отметим вас. Прекрасно. Смотрите. Классно. За 130 купил, за 159. 99 брал, 29. Голды 99, 29, 99. Я на ровном месте заработал. На ровном месте 29 голдишки. Можно сказать дальше 30 голдишечки. Я заработал на ровном месте на одном брелочечке. Брелочечки.
назовите ваше имя, пожалуйста, назовите ваше имя. Имя какое у вас, назовите, пожалуйста. Так, ты сотый голод, Dragon Glass, 19 купил, за 22.39 продал, 3.39 голды на ровном месте. На ровном месте 3.39 голдишечки я заработал. Это довольно-таки неплохо. Так, ну что, союзнички продолжаются, я отмечаю, просто не успеваю вас отметить. Жесткая потная каточка, потно жесткая. А, партизанчик выскочил. Так, еще один, там еще один. Нифига себе, через стену дал. Это как так вообще? Стендов. Стендов это как? Смотрите, М40, М40, да, М40, 23.01 купил, 29.99 продал, 6.98. На ровном месте голдишечка пришла. Прикиньте, можно так трейдить нормально себе, пулечки взять потом со временем. Кстати, я собираюсь брать нож. Да, я уже определился, какой я буду брать. И в скорых видео, смотрите. P350 я купил за 15, продал 25. 10.83. 10.83 на ровном месте. На ровном месте заработал. Так, ваше имя я записал. Записал ваше имя. Прекрасное имя, да. Участие в клане Агрет. В этом клане часто проводятся клановые игры. Также есть телеграм-группа у них. Все игроки уважают друг друга, включая лидера, который, соответственно, подходит к своему клану. Чтобы участвовать в этом клане, нужен возраст от 14 лет. Там большой актив, но нужно, чтобы звание было от Сильвера 4. Сильвер 4 и далее. И хорошее настроение вам обещано, ребяточки. Обращайтесь к ZX Agret. Да, смотрите, меня в комментариях просят, запиши видосик, как ты трейдишься. Вот только что я выхватил пушечку G22 с четырьмя наклеечками, и потом я их продам обязательно. Продам потом. Это ASMR. ASMR разговорное видео, поэтому кому нравится шепот, полуголос и геймплей Stand of 2, вам правильно. На мой канал, на канал Димор Нос. Да, канал Димор Нос. Да. Давайте запишем. Сколько вам лет, говорите, сколько лет. Да. ASMR, значит, следующий триггер для вашего расслабления. Следующий. Просто хочу, чтобы вы расслабились и почувствовали себя получше. Почувствовали себя получше перед сном. Смотрите, с ножа дал. Неплохо. Я в основном только тренируюсь. USB. Вот такое вот с четырьмя наклеечками выхватил. Неплохо за 13.
Давайте послушаем клавиатуру. Под геймплей стану 2, под геймплей через. Послушаем клавиатуру. Это очень хорошая клавиатура, это очень хорошая. Клавиатура очень хорошая. Кто-то мне наяривает задницу. Я пытаюсь расслабиться. О, нифига себе, дал ему. Прикольненько дал ему нам. Да. Я говорю, прикольненько ему нам. Так, снайперская винтовка. Сейчас будет снайперская винтовка. Сейчас. Я со снайперки не очень, но я буду тренироваться обязательно. Я буду тренироваться. И у меня все получится, наверное. Смотрите, как дал неплохо. Неплохо, говорю, дал. Ну, давайте я напишу вашу фамилию. Прекрасно. Челик убежал. Так. Да.